Здорово, подписывай еще раз, да? Еще раз. Салатик. Вообще, кстати. На столике. У меня же два столика. Это салат. Не знаю уже. Хочется поесть, не знаешь что. Поняли, уже все, приелось. Требуется овощи. Похрумкать. Ну это. Стандартный набор салатика. Короче, мясо как бы тоже надоедает. Всякие полуфабрикаты надоедают. Попалась мне фасоль, банка фасоли. Это стандартный салатик сделал себе. Банка фасоли сюда. Фасоль, которую я покупаю обычно для сухариков. Попробовал, вроде ничего. А главное, не напряжный, питательный. Да. Так-то можно этот столик, типа, было бы ставить вот на стул. Смотрите, я на стул поставил и сидеть хавать, да? Но одной рукой надо придерживать его. А можно вот так вот. А нет, все равно сваливаться. Ну, такие вот ням-нямы. Это реальное ПП, да? Вообще ничего нет вредного. Пока ешь, можно покрутиться. Да. Вспоминать песню. Сегодня в этом кружимся. Этот, мистер Кредо. Ну, продолжаем дальше здесь, да. Можно облокотиться, повыебываться стульчиком за 30 тысяч рублей, да? Раз в окно глядим, наблюдаем. А что мы там наблюдаем? Стройка. Стройку наблюдаем. Лёша сейчас звонил. Салют. Типа ты на дачу поедешь? Мне по барабану. Могу поехать, могу не поехать. Мне ж так, по щелчку захотел, собрался, поехал. Не планирую ничего. Он говорит, да можно было поехать, но дождик. Завтра дождик в Волгограде. Я говорю, ну значит отменяется. Что там под дождем сидеть? Я в квартире могу посидеть. Там, кстати, на даче. Это. Сейчас, секунду. Что-то скучно мне, надо тиктакеров врубить. Продолжаем жрать. Пол тарелочки съел. Вспомнил за тиктакеров.
то без них скучновато. Забываю, что я вот так держу ложку. Забываюсь. Пишет. Слабо сальто сделать. Здорово. Здорово всем. Агрикультура. Ты откуда? Агрикультура. Я забыл, ты же давний подписчик. С Махру, по-моему, с 20-го года. Где пиво? В холодильнике. Когда новое видео? Вообще-то сегодня уже было новое видео. Если ты не смотришь, это твои проблемы. Сегодня в профиле я ел лапшу вок и рис вок. Идите смотрите быстрее, кто не видел. Полное видео загрузил, почти полное. Целых 8 минут. А сейчас вам загружу через час, через полчаса, знаете что? 10 ножек KFC, которые я ел неделю назад на Ютабе. Будет ли сходка? Нет. Я же не Филипп Киркоров. Хотя вспомнился Филипп Киркоров, но хотел сказать, не такой же, как Филипп Киркоров, там стадион собирает это. Мне попадает сейчас про Киркоров, знаете, про его накладную жопу. Серьезно, поролоновая. Полный пиздец, если честно. Как дела? Агрикультурман, ты же не сказал, откуда ты? Город. Не город, а страна хотя бы. Вот по мере поедания, в конце уже онлайн начинает расти, а я выключаюсь. Кто ложкой салат ест неудобно? Как это неудобно? Самый топчик. Вилкой тыкать. Это долго все. А эфирное время ограничено. Надо стараться уложиться в 10 минут. У нас канонада за окном. Вернее, салют. Привет, привет. Все. Общество чистых тарелок. Реально питательно и вкусно.